Привет, мои дорогие! Я вам обещала, что буду почаще снимать видео, влоги в том числе, поэтому я стараюсь держать наконец-то свое обещание. Сегодня я хочу начать с своего вдохновения. Вы знаете, что для меня уход за лицом, уход за волосами — это просто отдельная тема, на которую я могу вечно разговаривать. Вот. И осенью, как всегда, я по традиции себе выбираю новый уход, и на этот раз я все же решила взять себе профессиональный уход. Мне хочется более таких, знаете, сильных результатов, в общем, ну, на которые, собственно, и направлена уходовая профессиональная косметика, которой даже работают косметологи, да. Вот, я выбрала на данный момент себе, с кремом я пока что не смогла определиться, вот, я выбрала гидрофильное масло, это бестселлер данной косметики Babar, вот, и оно обязательно с фитоактивом используется, как-нибудь я покажу, надеюсь, что сниму даже отдельное видео про свой осенний уход за лицом, если вам интересно, дайте знать в комментариях, пожалуйста. Я выбрала для, ну, для нормальной сухой кожи, вот такой, здесь описан результат, тот, который мне нужен, то есть очищение и сияние кожи. Вот, дальше, собственно, зачем я поехала, это за вот этими вот ампулами, потому что я о них наслышана, это те ампулы, которые не надо закреплять кремом, как я сказала, с кремом я пока что не определилась, у меня еще свой не закончился, вот, я не могла определиться между Perfect Glow и вот такой с кислородом, поэтому взяла вот такие, но мне дали подарочек, вот одну ампулу Perfect Glow. А Кали на своем любимом шезлонге. Вот как мы его купили, там сколько ей было, месяц, наверное. Вот по сей день она его обожает. И именно на нем качается, как на качельках. Так что да, кто-то меня спрашивал, пока мы не собираемся его продавать, да? Вот только что открыла баночки эти. Гидрофильное масло, фитоактив вместе используем. Дальше вот ампулы так выглядят. 7 ампул. И вот она такая. Кушаем мы уже хорошо и ручками, и ложечками. Например, вот такие вот отварные, вернее, это на пару овощи, брокколи, кабачок, батат и яйцо сегодня у нее на обед, да? Кусочками уже все хорошо мы кушаем. О, как я люблю этот комбинезон от Zara. Он такой классный, особенно если на голое тельце, вот летом, ну просто милота милейшая. Ками! Ками, посмотри на меня. Ух ты, какая красотка. Давайте пойду вам покажу еще наши новые. Наша Золушка потеряла на днях свою туфельку. Так что ждем прекрасного принца. Тем временем купили новую пару обуви, потому что вот так. Все те, которые есть, они большеваты, да, те, которые от Эми остались. Вот эти хорошо, что они не снимаются, потому что те она самостоятельно могла снимать ножки. Это Biomechanics, Испания. Вот такие классные. Так, вот она деловая идет с садика, да? У меня тоже новая обувь. А не, Эмили, стой, стой. Вот такие ее кроссовки. Позирует. Эми. Мы периодически подарочки. Да? Подарочки после садика, если она себя хорошо вела. Унди. Если не плакала. Унди. Давайте, Унди. Еще здесь самое интересное мороженое. Пытался спрятать подарок на завтра, поэтому Эмилия его увидела. Да. Итак, что было в посылке с айхербом? Из вкусного покажу. Это были вот такие разные для Ками. Ну, печеньки, не печеньки, рисовые, как они называются. Вот они. Видите, здесь много упаковочек, которые можно брать с собой. Вот так они выглядят. Вот девчонки сейчас и едят, в принципе. Короче. Для Ками кашу, которую развожу водой. Еще для Эми много желеек, но я их сейчас не покажу, потому что она их все за раз ест. Чтобы повеселить девочек, взяла вот такие маски с котиком. И кто это еще? В общем, такие смешные маски.
Дальше для конкурса в Инстаграм, если вы не подписаны, кстати, подписывайтесь. Будет разыграно вот такой вот дом. Огромнейшая умывалка 300 мл, ее точно, ну, 7 месяцев в год хватит. И вот такой тонер, который очень советовали там. Поэтому я их выбрала, и подойдут они любому типу кожи. Дальше маску взяла, у меня был такой кондиционер, решила попробовать маску, может быть, она будет лучше. Кондиционер нормальный. Вот Визин, который я уже много раз вам говорила, что он совершенно отличается от того Визина, который у нас в аптеках продается, потому что тот мне не подходит совершенно, мне глаза от него вместо того, чтобы становились белыми, они становятся наоборот красными и прям стягивают, в общем, не знаю даже, как передать это чувство, вообще с наших магазинов не покупаю Визин никогда. А этот совершенно другой по своему даже действию. Он очень увлажняющий, он защищает. Прям можно утром перед макияжем нанести. Каждый день, кстати, можно наносить. Вот, но я не наношу каждый день. Значит, дальше маску тоже по отзывам выбирала. Вот такую Skin Food. Сейчас пойду сделаю, наверное. Давно хотела скраб для губ. Азелик взяла. Он достаточно такой большой, увесистый. Вот, сейчас подходит к концу мои патчи, поэтому одни из самых, по-моему, дорогих на этом сайте Benton взяла вот такие патчи. Сейчас холодный уже такой период, поэтому очень хвалят вот этот концентрат грейпфрута. Хотела взять и спрей, но почему-то, я не знаю, его не оказалось в корзине у меня, хотя я планировала его взять. Из декоративной косметики, значит, несколько. Вот этот бальзам, он нереально чем-то пахнет. Он, посмотрите, какой он красивый, во-первых. Видите, здесь цветочек. И он очень-очень приятно пахнет. Мне даже жалко этим произведением искусства пользоваться. Вот, дальше взяла для себя и для Эми вот такое трио блесков бальзамов. Такое красивенькое. Еще не открывала пока что. Посмотрим, кто будет, я или Эми пользоваться. Кстати, на этот и на эти бальзамы были очень хорошие отзывы на Эхер. Из декоративной косметики, это уже неоднократно я заказывала, в самом светлом оттенке, Cushion от Physicians Formula. Хватает его мне на месяц при ежедневном использовании. SPF 50 на лето замечательно, но не подойдет для... на лето, я сказала, на осень тоже замечательно. Вот, но не подойдет для белоснежек, потому что все-таки он не светлый-светлый. И рисовую пудру тоже взяла, вот какой-то новой марки, вот этой Palladio. И вот здесь быстро, пока ими не видят, показываю желейки. Такие фруктовые. Вот такие мишки, это ее самые любимые. И еще мишки гранатовые отдельно. Уже в такой вот упаковочке. И беру, как они, попс. Скажите, как они называются? Чупа-чупсы. Ну, наподобие что-то чупа-чупсов. Ну, не то, чтобы она сильно любила, но иногда можно с витамином С. Хотела вам показать, какая крутая нержавеющая штука продается в Кауфленде. Посмотрите. Прям сразу она вот так вот поржавела. Хорошо, кстати, очень хорошо нарезала, прям тоненько. Ну вот. Вот самая любимая игра Камелии на данный момент, если мне надо отвлечься, заняться какими-то своими делами. А, кстати, мозаика это Бонди Бон. Вот, а мне надо разобрать вот эти вот бантики, и потому что нам пришла новая порция бантиков, все начиналось с повязки на день рождения под платье Камелии, и получилось вот что. Ну, бантиков много не бывает, вот реально много не бывает, хотя у нас их уже штук, ну, 400 точно есть в общей сложности, то есть бантиков, повязочек, может даже больше. Тут много всякой разной красоты, и короны, и резиночек много я заказывала, потому что это актуально сейчас в садик. Я оставлю ссылку в Инстаграм, где я заказывала всю эту красоту. Вот такая. Это резиночки для Эми, видите, в одном стиле. Так, вот это просто мега красиво, посмотрите. И вот это... Ну, здесь все красиво, но это просто моя любовь. Вот такие две тоже короны. Такие бантики. Вот это мне тоже очень нравится, как смотрится на детках и постарше, и помладше. Вот такая осенняя повязочка. Дальше тоже очень осенний, красивый коричневый, бежевый цвет.
Вот еще одна моя любовь. Ну, посмотрите, какая это милота и красота. Бантики. На Новый год даже. Вот, повязочка есть. И что-то было еще. Вот такие осенние листики. Еще одна заколочка с зайчиком. Вот такие бантики. Такая резиночка тоже зимняя уже. А, и вот еще. Вроде бы я вам еще не показывала то, что у нас появился вот такой ортопазл. Это коврик массажный, ортопедический, модульный. Он применяется как в случае лечения, да, если надо. Но мы взяли именно для профилактики, потому что когда мы были у ортопеда, он нам сказал, что было бы неплохо, если бы у вас был такой коврик. Это очень полезно для ножек ребенка. Мы взяли три микса. Так, значит, здесь есть самый мягенький, вот это, по-моему, еще что-то, вот это. Он подходит именно для деток от 9 месяцев. Следующий микс у нас вот этот море. И еще один микс у нас универсальный. То есть у нас получается из каждого микса по 4 модуля. Вот такого пазла. Девчонкам нравится, и помимо его прямого назначения, например, Эми собирает его и как пазл, опять же, цветовое восприятие, значит, Эми часто, если вы смотрите мои сторис в Инстаграм, то можете видеть, как Эми укладывает на один куколку, вторым укрывает. Проснулась моя маленькая девочка. Да, проснулась. Кто здесь у нас? Давай по коврику походим. Хочешь? Сразу массаж после сна. И я, как видите, поставила вот здесь, как раз на выходе, потому что девчонки, хочешь не хочешь, будут через него ходить. Да? Кто это делает массаж ножкам маленьким? Кто делает массаж ножкам маленьким? Кошечка. Вот сейчас начнется разбор. Помните такой дежавю? Как Эми тоже очень любила пупсиков, колясочки именно в этом возрасте. Поэтому, наверное, идеальный возраст, чтобы покупать ребенку колясочку, пупсика.